Привет, друзья! Сегодня попытаюсь прописать брелок от сигнализации Starline A9. Вот старый брелок, он у меня вышел из строя, вот эта кнопка сломалась. Ну, вообще он уже такой, покоцанный. Вот, заказал на Алиэкспрессе за 500 рублей. Уже батарейку вставил в него. Сейчас попытаюсь его прописать. Для того, чтобы прописать брелок, первым делом нам нужно найти сервисную кнопку. Сервисную кнопку я замучился искать, перевернул всю машину. Она вообще вот под торпедой. Вот она, сервисная кнопка. Второй шаг. Нам нужно включить зажигание. Включили зажигание. Нужно нажать и подержать кнопку до 4 звуковых сигналов. И все, теперь нажимаем вот эти две кнопочки. Нихуя не получилось. Проебал я что-то, по-моему. Итак, попытка номер два. Нужно включить зажигание. И чтобы не стояла на ручнике машина. Первый раз она у меня на ручнике стояла. Я думаю, из-за этого не получилось. Нужно будет нажимать две первые кнопки одновременно. После того, как подержали до 4 сигналов сервисную кнопку. Держим. Теперь одновременно нажимаем вот эти две кнопки. Все, брелок прописался. Все нормально, все сработало. Еще дополнительно хочу вам, ребята, сказать. Бывает такое, что в кармане нажимается брелок и сбивается настройка вот этой первой кнопки. И машина не открывается. Сейчас я вам покажу, как настроить, если у вас сбилась настройка. Вот третьей кнопкой выбираем иконку ARM. Всегда она стоит в положении чек. Вот эта иконка всегда активна. Пролистываем. Вот до этой иконки ARM. Теперь держим до 6 сигналов. Потом нажимаем вот эту кнопку. Все. Ставьте класс, если это видео было кому-то полезным.